Как нам давно известно, лук применяется не только для приготовления кулинарных изысков. У него очень много талантов. В этой статье мы решили поделиться с вами полезными свойствами этого овоща. Эти действительно простые секреты помогут повысить иммунитет, не прибегая к дорогим лекарствам. Первое. При простуде. Классический рецепт, который мы все прекрасно знаем, но не всегда используем. Брось лук в кипяченую воду и дай ему немного повариться. Вкус вареного лука, конечно, оставляет желать лучшего, однако эффект не заставляет себя ждать. При желании можно также полакомиться и сырой луковицей. Второе. При болях в ушах. Надо ли рассказывать, как тяжело переносится боль в ушах? Проникая глубоко в голову, кажется, что от нее невозможно избавиться. Но попробуй лук. Вырежи сердцевину этого волшебного овоща, положи в ухо, и вскоре боль уйдет. Лук также помогает ослабить очаги воспалений. Третье. Когда в глаз что-то попало. Ну кому не знакома эта проблема? Ощущая в глазах что-то чужеродное, мы тут же начинаем их тереть. Это неправильно. Так ты только попусту беспокоишь свою сетчатку. Лучше порежь лук, и назойливая соринка самостоятельно выплывет из глаза. Четвертое. Для ранок и порезов. Если вы нечаянно порезались на кухне, лук опять также сможет помочь. Разрежьте его пополам и приложите к ране. Сами увидите, что произойдет. Пятое. Для шрамов. У многих есть шрамы. Мужчин, как говорят, они украшают, а вот женщины порой не знают, как с ними справиться. Но лук снова спешит на помощь. Его сок помогает от обесцвечивания кожи. Прикладывай овощ к шраму пару раз в день, немного надавив, и уже через неделю ты увидишь результат. Шестое. Против инфекций. Если вы каким-то образом получили кожную инфекцию, вскипятите немного молока, добавьте свежий лук и кусочек хлеба. Сделайте из этого всего подобный луковый крем. Нанесите его на очищенный поврежденный участок кожи и подождите 2 часа. Когда луковая паста высохнет, удалите ее. Инфекция скоро исчезнет. Седьмое. От солнечных ожогов. Получая солнечный ожог, наша кожа краснеет. Возьмите кусочек лука и обмакните его в сырой яичный белок. Приложите к покрасневшим участкам кожи, и эффект будет заметен уже через 3 часа. Восьмое. От укусов насекомых. Ох уж эти надоедливые летающие создания. Что может быть хуже, чем их укусы? После того, как коварное насекомое сделало свое дело, промойте пораженное место холодной водой и переложите к нему кусочек лука. Своим магическим действием он выкинет весь яд, после чего укус заживет намного быстрее. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео!